Счастья, в радости, эфир, сладость, дорогие хиканы, я хочу вас поздравить с Новым годом, пожелать вам счастья, здоровья, чтобы у вас все было прекрасно. А, многие мне сейчас скажут: хикан, у меня все было прекрасно, ну, неважно, прям как у меня. Так вот, дорогие друзья, ну, желаю вам в этом Новом году, как всегда, не сесть в тюрьму и не заболеть каким-нибудь ужасным заболеванием. Желаю вам исключительно здоровья, берегите себя, вот, не пейте, не курите и не колитесь, пожалуйста, и не нюхайте. Вот. Так что я хотел сказать. Дорогие друзья, собственно, мне многие спрашивают: хикан, а что ты подарил в этот новогодний уикенд, не побоюсь этого слова, на нашем госдеповском, своему гарему? Я вас сейчас, дорогие друзья, окуну в анналы разумизма и покажу, что я, собственно, подарил. Да, начнем с Александра. Может быть, что это, Александр? Может, это нефтяные... Нефтяные вышки, векселя, ценные бумаги, облигации. Что это, Александр? Да зачем они, как бы, мертвым людям нужны? Прежде всего, нужно себя обезопасить. Что это такое, Александр? Это жгучий перчик, газовый баллончик. И очень милое название, самообороны от агрессивных людей и злых собак. Да. Дорогие друзья, но хотим сразу, как приличные люди говорят, хочем. Хочем. Хочем вас предать. Как развращение. Ну ладно. Хотим вас предупредить, что необходимо его использовать исключительно в рамках допустимой самообороны. Вот. И, собственно, Александра, почему я, Хикан Намбан, вместо того, чтобы тебе подарить недвижимость или бриллианты, подарил тебе газовый баллончик за 500 рублей? Потому что это очень важная вещь на самом деле. Вот вы никогда не знаете, в какой момент жизнь обернется, и все ваши облигации, и ценные бумажки, и кристаллики пойдут в небытие. Прежде всего, важно позаботиться о своей жизни, а потом уже о материальных ценностях. И вот Хикан о нас заботится. Правильно. Чтобы весь умный угорел... человек, умный, да, человек. Разумись. Заботится, да, разумись, заботится о своих женщинах. И если вы в свое время позаботитесь о своей женщине, подарите ей вот эту вот необходимейшую вещь, то она... рано или поздно этот момент наступит, она поймет, что вы действительно разумист, да, и оценит вашу жест доброй воли и заботу, как и преданность. Это называется? Нет, это пред... Предменструальный синдром? Нет, предусмотрительность. Предусмотрительность. Вот, да, ты, пожалуйста, предусмотрительный молодой человек. Да. Ой, дорогие друзья, я хочу вам сказать, что это действительно необходимый подарок. На самом деле это не реклама. Вот, дорогие друзья, что я хотел вам сказать? Безопасность превыше всего. И как справедливо заметили наши сегодняшние... Наши прекрасные... Всегдашние. Наши прекрасные дамы, что все эти и золото, и бриллианты, и прочее необходимо живым людям. В могилу ты их не утащишь. А так какой-нибудь агрессивный пьяный поц на вас нападет. Или пес. Или пес. Поц, да. Или поцесса. Пацанесса. Поцка. Не-не-нет, от слова поц. Поцка. Поц, нижнее подчеркивание. Поцесса, поциня. Поциня. Поцка, да. Да, вот, если на вас кто-нибудь нападет, в общем, из вышеперечисленного, да, вы можете себя защитить и дальше продолжать наслаждаться... А? Своей жизнью. Да, наслаждаться этой прекрасной или не очень жизнью, дорогие друзья. Вот, наслаждаться или страдать. Если вы живете не очень, то живите очень. Да, и, ребята, если вы не кушаете, то... То покушайте. Не кушали, то покушайте. Берегите себя, дорогие друзья, не доедайте оливье, если оно уже у вас стоит 2 недели. Пусть у вас все будет прекрасно, и здоровья вам желаю, и прекрасного долголетия, балдежного, и чтобы у вашей женщины или у мужчины, неважно кого, было всегда хорошее настроение, добро и позитив. И пусть хранит нас всех Господь, наш Сварог. И будьте счастливы, дорогие друзья. Ну вот я прям чувствую, как из Ты меня идет... Ты прям излучаешь доброту, добро и аж позитив. Приятно, аж, да, приятно. Вот, солнышко аж прилипает, да, ко мне твое добро. Это всего лишь статическое. Да-да-да. Вот. Так что, дорогие друзья, видите, гарем доволен, гарем удовлетворен. Вот еще, к сожалению, не полный сегодня состав. Не все удовлетворены. Что? Ну, Александр... Это не тебе было. О, да, и ты очень случайно показала на меня. Я имею в виду, я...
показываю тебе, вот потому что рассказываю то, что раз мы здесь, мы удовлетворены. Я имею в виду. Ладно, хорошо, тогда. Ничего, Александра, сейчас я камеру уберу. Ну, не важно. Так вот, ну чтобы расскажи дорогим телезрителям, какой подарок ты получила на новогодние праздники бы? Подарок дорогой, драгоценный для меня. Как кореша. Тонометр. Ну, расскажи, зачем тебе нужен тонометр? Тонометр. Вот я лежала 2 недели в больнице, повышенное давление. Угу. Это для меня вещь необходимая. Утром встала, измерила. Автомат. Тонометр, автомат. Не надо никаких усилий прилагать, ничего. В розетку включила и все. Нужная вещь, как ты считаешь? Очень нужная. Вот. Для меня особенно очень нужная. Я же говорю, утром встала, я уже измерила давление. Я знаю, сколько пить мне таблетки. Может прекратить пока на время. Подарок от наших корешей драгоценных и от девушки из Хабаровска, так сказать. Давай ее поблагодарим, передадим ей привет. Спасибо ей большое, вот. Спасибо. С Новым годом я ее поздравляю. И с Рождеством. Умничка, она знает, что бабушке надо. А как же Мишаня, наши все кореша драгоценные, спасибо вам. Ну, это действительно подарок разумиста. Скажи только вот честно, как есть. Ты довольна подарком? Угодили, что называется? Говорю, угодили с подарком, довольно? Очень угодили, ну еще бы. Для меня, я говорю, как... Ты что? Ну и слава сама Богу. Я никогда не купила такой тонометр, никогда. Ох. Он дорого стоит, очень дорого стоит. И я б не собрала такие деньги с нашей пенсии, никогда б не собрала. Хорошо, Ва. Пожелай что-нибудь в новом году нашим телезрителям чего-нибудь хорошего. Все-таки 2020 год. Ну, во-первых, с Новым годом всех и с Рождеством. Завтра будет Рождество. Ну, 7-е число, да. Здоровья всем, благополучия, чтоб жилось хорошо всем на земле, мира, счастья, всего хорошего. Всего самого наилучшего, что есть на свете. Золотые слова от себя, дорогие друзья. Я вас призываю быть разумистыми и дарить полезные подарки. Спасибо вам большое от меня, от бабули, как всегда. И хранит вас Господь наш Сварог. Ставьте классы, подписывайтесь на канал Хикана, донатьте нас бабулиные пакеты, заказывайте рекламу и сигны. Тёмки-тёмки, лавки-лавки, покусики.